Ну а перед началом видео, дорогие друзья, передаю привет твердому знаку и Роману, уголку Сумо и червяку Дуби, ну и конечно же Nokia 3310, и поздравляю Тима Тюрина с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья. Всем привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и в этом видеоролике я буду гладить свои трусы утюгом. И вы меня, конечно же, сейчас спросите: Паша, а какой в этом смысл? А я вам отвечу: смысл большой. Ведь как раз таки из-за этого большого смысла мы здесь с вами вместе сейчас собрались, согласитесь? В общем, красные трусы здесь неспроста, дорогие друзья. Ведь именно я их ношу по средам и субботам. А в остальные дни носит моя кондукторша из автобуса 36-го маршрута. Так что эти трусы можно смело называть общими. К сожалению, на этих трусах есть небольшая дырочка. Вот смотрите, поближе покажу. Вот. Я ее сделал, когда случайно пукнул во сне. Также я люблю эти трусы вот так вот складывать. Смотрите внимательно. Вот, вот так вот. Смотрите, как красиво и компактно получается. А после этого вот так вот, смотрите, вот так, вот так, вот так. И потом вот так. Благодаря такому простому упражнению у меня никогда не болит голова, и я легко засыпаю. Спасибо, вот, видите? Ну ладно, сейчас я подключу этот утюг в сеть, и мы начнем гладить мои трусы. Итак, вот я и подключил. Смотрите, трусы сначала они помятые, вот такие вот выглядят. А сейчас я их поглажу, и они станут очень красивыми. Начинаем. Вот так, поправляем, смотрите. Чуть поближе вам сейчас покажу, вот смотрите. Вот так вот чуть-чуть поправляем, чтобы складок не было. Вот, вот так, вот так, вот. Как гладко получается. И в заключение, дорогие друзья, можно сделать вот так. Вот так, все, мы погладили трусы. Ну ладно, дорогие друзья, в этом видео я погладил трусы, вот смотрите, какие они теперь гладкие. Вот честно вам скажу, я реально очень рад результатам, я никогда не гладил трусы. Поэтому я бы вам тоже посоветовал погладить трусы, чтобы когда-нибудь не опозориться. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия. Никогда не болейте, храни вас Господь и Аллах, и всем пока, дорогие друзья. До встречи. До свидания всем.